Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Абадона, его название Darkness Wanderer's Armor. И давайте рассмотрим модель нашего Абадона. Вот так выглядит наш король мертвых. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это один из первых сетов на Абадона. Довольно-таки неплохая работа. Правда, здесь есть... Ну, не то чтобы минусы, но, так сказать, не привлекающие меня вещи. Касаемые они вот верхней части Абадона. Ну, как бы самого рыцаря. Все остальное мне, в принципе, в этом сете нравится. Особенно нравится вот этот конь, похожий чем-то на дракона. Ну, вот можете посмотреть, что голова у этого дракона нестандартная. У него нету почему-то глаз, не знаю почему. Ну, и еще мне нравится в этом сете вот этот меч. А вот сам Абадон мне не очень привлекателен, но в игре как посмотрим, как он выглядит, посмотрим различия, может быть, вам понравится. Что касаемо вещей, данный комплект, как вы можете видеть, состоит из 5 частей, 2 рарок, 1 энкомонки и 2 комонок. Ну и давайте посмотрим, как выглядит Абадон в игре. Вот такие Абадоны. Как бы, по мне, они очень сильно различаются. Но вот, если смотреть, например, на головы, вот под таким ракурсом, то они, в принципе, похожи. У них шлемы чем-то, ну, схожи. Хотя у этого объема больше, чем у стандартного. Но если вот посмотреть вот так, мы можем наблюдать, что у нас совершенно разные коняшки. То есть, верхний облик этих... животных абсолютно разные. Если здесь конкретно конь, то здесь что-то непонятное. Ну и давайте еще коня разберем. Вот так посмотрим. У нас здесь хвостик меняется. То есть здесь беленький такой, шерстяной. А здесь какой-то костяной. Ну и вот с этой стороны посмотрим на коней. То есть задняя часть коня и передняя часть коня полностью меняется. Если мы будем рассматривать самих Абадонов, то можем обратить внимание вот на изменения шлемов. Как бы сама тема шлема одинаковая, то есть у нас здесь какая-то нижняя защита, рог, вот его, что здесь рог. То есть идея украдена от стандартного скина. А вот плечи изменены, ну то есть конкретно другие плечи. Мне нравится изменение плащей Абадона, то есть вот... стандартный как бы рваный драный плащ, а здесь рваный драный, но красивый при этом. То есть он несколько такой полосчатый, прикольный плащ. Ну и как я говорил, мне в этом сете нравится очень вот этот меч. Он, пожалуй, самый красивый меч вот из всех сетовых мечей, что я видел. Такая своеобразная катана, если можно так сказать. Или... нет, это скорее всего не катана. Какой-то такой... А, пусть это будет тесак. Ну, то есть, по сравнению со стандартным, он, на мой взгляд, очень выглядит симпатично. Простите. Ну, по сравнению со стандартным, он очень симпатично выглядит и очень лаконично сочетается с комплектом самого сета. То есть, по гамме, по форме он напоминает вот Абадона, вот этого коня. То есть, обратите внимание, вот эти детальки, они... чем-то как бы схожи. И я считаю, что это очень, ну, хороший как бы шаг. Потому что в основном пухи не очень подходят к самим, ну, Абадонам. Ну и наконец, давайте рассмотрим модельки иконок наших Абадонов. Вот с этого иконка. Знаете, если здесь вот приглядеться, можно увидеть значок, ядерный значок. Вот знаете, такой, 6 треугольничков. Ну, я, может, наркоманю, но ладно, не обращайте внимания. В общем, у нас здесь вот такая голова, и в стандартном скине вот такой. Совершенно другой Абадон. То есть у него голова другая, плечи другие. И даже фона как бы больше видно. Ну, потому что в сете у нас очень много вот на верхней части добавлено объема. В стандартный Абадон у нас более голый, если можно так сказать. Так, ну это у нас были все изменения. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.